Всем привет, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой будем президентами. Сегодня мы с тобой будем управлять государством. И ты узнаешь, насколько я хороший президент и насколько я готов к тому, чтобы всем управлять. У меня есть советник, он подсказывает мне во всех решениях. Короче, поехали. Значит, это игра, в которой ты сейчас все поймешь. Нам дают разные варианты того, тех указов, которые мы должны подписать. И мы подписываем указы, которые мы с тобой считаем наиболее правильными. Поп-тарты теперь равиоли. Что такое поп-тарты? Короче, капуста теперь равиоли. Не очень интересно. Экстра скрининг канадского сиропа. Показывать канадский сироп по телевизору. Да, это наша тема. Я считаю, что на телевидении слишком много новостей. Там не хватает показывания канадского сиропа. Да, я думаю, я это подпишу. Я должен рисовать сам. Хорошо, моя подпись. Ой. А, и теперь меня будут спрашивать вопросы по поводу моего указа. Как деревья будут чувствовать себя в случае того, что мы будем много делать сиропа? Сироп же делают из деревьев, правильно? Мотивационная речь. Я считаю, что сироп поможет нашему государству продвигаться и сделать меня императором. Хорошим президентом и вас, говно. Вас счастливыми. Отлично. НАСА сказала, что информация есть о том, что наш сироп воруют через границу. Это правда? Я запущу ФБР, оно все расследует. Чего все недовольны? Все недовольны тем, что я сделал. Как вы будете справляться с тем, что у многих есть аллергия? Я думаю, что мы построим стену. Нет, что мы сделаем день тортового праздника. День, когда все должны жрать торты. Я думаю, что это достойное решение. Но типа, когда все едят торты, тогда все счастливы, ни у кого аллергии нету. Если мы поймаем какого-нибудь канадца, который пытается сироп провозить, что мы будем делать с его медведями? А, должны ли мы отдать его медведям? Да! Дай зимку какого? Нет! Скормим его медведям! Да! Все счастливы! Здравствуй, женщина с очень странными губами. Ой! Ой! Что за мутантская рыба? Но, сэр, у меня есть канадцы, которые мои родственники. Они вообще-то не возят никакой сироп. О, Джон, ты мужчина? Джон, ты слишком доверчивый. Ладно. И всем это понравилось, кстати. Государство получило самую топовую мотивационную речь, которую я не успел прочитать. Ну и ладно. Значит, закон первый. Томаты обязательно должны быть положены в фруктовый салат. Я ненавижу помидорки. Помидорок не должно быть. Я запрещаю помидоры. Я с сегодняшнего дня президент государства Виндланда. Я запрещаю помидоры. Любой, кто ест помидоры, тоже будет запрещен. Люди могут есть только коричневую часть банана. Коричневую часть... А, это типа жопку. Пусть нормально. Выбор первый, кушать помидоры. Выбор второй, есть только жопки бананов. Я думаю, жрите жопу, гады. Нарисуем отличный банан. Оп, оп, оп. Отличный банан. И вот так вот, у него вот эта вот жопа, которую вы все будете есть. Вот она здоровая, такая жирная. Вот это вот вы все будете есть! Я думаю, я отличный президент. Какие у меня будут вопросы, давай. Да-да. Коричневая часть бананов, которые мы хотим есть, она как-нибудь связана с тем, что это поможет нашему здоровью? Нет, она ничем не поможет вашему здоровью, я просто это сделал, потому что я газлина. И там два клона были. Как насчет Марио? А Марио тут при чем? Ты тупая! Все рады тому, что она тупая. Люди хотят знать, какие пенальти будут, если вы будете есть нормальную часть банана. Мы выгоним тебя из государства! Нет! Ударил его случайно. Вот что будет с тобой. Я не знаю, ты видел, нет, я его случайно ударил об стол, он улетел. Простите, мистер Крабстер. Ладно, я выгоню вас из государства. Это правило относится ко всем фруктам? Не, только прочитай нормально мой закон, Джерри. О, люди стали счастливы, но мы почему-то планету испортили этим. Как насчет бананов в пиджамах? Ешь их. Они все уже выгнаны из государства. Мы всех их уже выгнали. Они что, хотят нормальных людей есть? Коричневые части содержат минимум полезности. Да, то, что надо. В нашем государстве все работает так. Если это не полезно, мы это используем. Если это помидорки, мы это выгоняем.
А следующие выборы будут сделаны в боксерском ринге. Хо-хо-хо! Я, ты знаешь, боксер. Я... Не бей меня! Я отличный президент был бы. Пицца должна быть сделана с ананасами. Ненавижу пиццу с ананасами. Ты любишь пиццу с ананасами? Ты любишь пиццу с ананасами? Я тебя запрещу! Я тебя запрещаю! Я запрещаю... Блин! А вот он. Подожди. Мне нужен мой... Вот, все, нормально. Хорошо. Значит, президенты будут драться. Президенты будут драться. Да! Я написал «д». Просто написал «д». Дебил. Но, сэр, что, если ты не очень хорошо дерешься? Давай подеремся с тобой, Джим! Всем это понравилось. А почему мы не можем все решить просто разговорами? А, почему мы не можем все сделать в хексагоне? Типа, есть октагон, это восьмиугольная боксерская ринг, а есть шестиугольный боксерский. Иди в жопу, что ты меня думать заставляешь, пошел вон! Все. А какие бойцовские стили ты будешь изучать? Кунг-фу. Все! Я вообще талант! Всем понравилось это, всем понравился талант. А вы волнуетесь о том, что все будут над нами смеяться? Нет, у нас есть большие бомбы! Нет, если я посмеюсь над ними первым. Эй, почему это всем не понравилось? Хороший ответ, отстаньте. Какое ваше первое имя будет? Supreme Stormy Leader. Мистер Mercedes Commander. Командер буду. Нет, Stormy Leader буду. Много бабла у меня забрали, у меня денег не осталось. Шестиугольные боевые ринги не очень хорошая вещь. Опять помидорки, что с помидорками постоянно? Оранжевый теперь наш национальный цвет. Да. Оранжевый теперь наш национальный цвет. Забудь про синий, белый, красный. Теперь у нас с тобою оранжевый, оранжевый. Оранжевый, да. Как это повлияет на oranges, ну типа на апельсинки? Апельсинки вкусные. Отлично. Всем понравилось, мне дали денег. Давайте мне еще денег. Что мы будем делать с Черной Пятницей? Она теперь оранжевая. Что насчет красной... Что насчет красного, голубого и синего? Они теперь оранжевые. А что насчет оранжевого праздника? Каждую пятницу. А красный и желтый будут какие-нибудь особенные потом? Какие красные и желтые? Я знаю только оранжевый, я вижу только один цвет. Я вообще собака. По-моему, надо мной посмеять. Убить его! В ГУЛАГ! В смысле, кто со мной смеется, а? Ну и что, что я вижу только оранжевый? Знаешь, что я вижу в тебе? Труп! А, пицца должна быть сделана из ананасов. Мои бедра не врут. Типа, все решается танцами. И просто, знаешь, люди на Новый год ждут от меня какой-нибудь речи, а я выхожу и просто им танцую жопой, и они все такие: «Еее, вы наш лидер, вы наш повелитель, мы вас обожаем». Нужно нарисовать красивую жопу. Вот так. Вот так. Вот. Вот это вот я. Да, я красивый. Добрый вечер. Сэр, мои бедра говорят мне, что у меня я странный. Я должен не нервничать? Да, нервничай. Я разрешаю тебе. Вы бы порекомендовали нам удалять все... Весь жир, короче. Я буду злым. Я злой. Рррр, блин. Как мы можем вообще-то убедиться в том, что наши бедра не врут? Давайте тестирование бедер устроим. Тестирование бедер. Если у кого-то плохие бедра, то мы его вылечим. Сэр, индивидуалы с большими бедрами, им можно верить? Конечно. Да почему всем все не нравится? Вы можете как-нибудь сказать, что слухи о том, что у вас есть какая-то любовь к бедрам? Я буду плакать. Я начинаю плакать, всем это понравилось. У меня спросили: ты любишь бедра? Мой ответ. Да опять пицца, что вы докопались до пиццы? Новые внедрения денег доступны для того, чтобы искать потерянные носки. У тебя когда-нибудь терялись носки? Когда-нибудь в жизни у тебя терялись носки? Если у тебя когда-нибудь в жизни терялись носки, ты понимаешь, насколько это страшное событие. Когда ты с утра просыпаешься, а носков нет. Их то ли кот забрал, то ли они сами сбежали. Устроить экспедицию по поиску носков! Мы найдем все носки! Мы найдем все носки, ты веришь мне? Да! Отлично, я адекватный президент. Лучший президент на планете. Самый лучший президент на планете. Самая лучшая роспись.
Никогда такой росписи не бывало ни у кого. Я самый адекватный. В смысле вы сюда ведете полицейских? Вы в смысле вы врачей ведете? Не надо мне врачей. Мы изучили... почему пропадают носки? Это очень важно для нас. Очень важный вопрос. А откуда деньги придут? Кого волнует, там нужны наши носки. Мы забрали носки из НАСА. О, кучу бабок дали, нормально. Как организация использует наши деньги? Это, принесите мне носки. Я ненавижу носки. В ГУЛАГ! Прощай! Но я не буду, прощай! Но я ненавижу носки, прощай! Тебя никто не спрашивал. Отлично. А мы не должны изучать какие-нибудь более полезные вещи и искать потерянных людей? У меня нет никаких потерянных людей! Всем это понравилось, на удивление. Носки в первую очередь. Наше государство... Слава Носочному Королевству! Теперь наше государство переименуется Носочное Королевство! Слава Носочному Королевству! Если у тебя есть носочки, то ты лучший. Поп-стары теперь равиоли... Богатые люди будут с моноклями. Хо-хо. Хо-хо. Да. Монокль. С моноклями. Вот такой вот монокль. И слезка на лицо. Отлично. Какие будут дебильные вопросы? У тебя есть носки? У нас нет никаких более больших проблем, президент. Есть. Поиск носков, но мы уже ее решили. Поэтому нет. Никаких проблем нет. Тебя нет, проблем нет. Это правда, что вы предложили обновить... Маунт Рушмор, чтобы добавить моно... Я не знаю, что такое Маунт Мушнор. Это правда. Да. Да. Если не знаю, что ответить, да. Что, если богатые не хотят носить монокль? Я их уничтожу. Я их уничтожу, как эту печеньку. Вот что с ними будет. Никто не смеет противиться королевству при носочков. Так, ладно. Скажи им, что они хотят. С вашим предложенным бюджетом на монокли мы могли бы исправить голод по всему миру. Наша нация в первую очередь. Откуда деньги приходят на монокли? Из моего кармана. Я сам даю деньги. Я хороший правитель. Хороший правитель Носочного Королевства. Я сам решаю за все. Слава Носочному Королевству! Теперь наши дети... С данного момента все дети должны выращивать бороду с детства. Я даже не буду смотреть другой закон, это правда. Вот такие вот дети у нас будут. Вот здесь вот у нас уши, вот здесь вот у них уши. И вот здесь вот борода такая, знаешь, пушистая. Все, вот это ребенок. У каждого ребенка с детства должна быть борода. Если ребенок без бороды, мы ее прикрепим. Я не думаю, что это возможно. Все возможно, верь в себя, Джимми. А можно делать какие-нибудь другие прически? Никогда! Как долго должна быть борода? А, насколько длинная должна быть борода? Как у волшебника? Ты волшебник, Гарри? Это как-нибудь повлияет на туризм? Люди будут любить смотреть на наших детей с бородами. Не придет ли это к тому, что все дети станут хипстерами? Они уже хипстеры, шансов нет. Чё ты ржёшь? В ГУЛАГ! Хреново, короче, иметь плохие прически. Не, ну это что-то уже слишком сильно. Так, все, я увольняюсь. У меня выбор. Либо пицца с ананасами, либо помидоры в фруктовом салате. Ребят, но я поступлю как любой мужественный президент. И как только возникнет вопрос, который требует от меня размышлений, я отказываюсь от поста президента. Это было прикольно. Я надеюсь, я заговнял вам жизнь достаточно. Улучшил вам жизнь достаточно. Помните, королевство носочков. Помидоры ненавидим, тебя в ГУЛАГ, до свидания. На этом все, дорогие друзья, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Я не знаю, что это было за игра. Это было странно, но... Мне забавно нести всякую чепуху. Да, это у меня еще с диплома в универе. Я несу чепуху всегда. Ладно, надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока, до скорого, удачи.